В Мурманской области завершился траверс особого назначения. Участие в сборах по горной подготовке, которые проводились сотрудниками ОМОН и МВД России по Мурманской области, приняли представители специальных подразделений полиции других регионов Северо-Западного федерального округа. Сборы полицейских отрядов особого назначения по горной подготовке проходили в Хибинах уже в третий раз. В период с 9 по 25 марта сотрудники специальных подразделений полиции Мурманской области, Республики Карелия и Калининградской области изучали теоретическую часть проведения спецопераций в условиях горной местности и на практике отрабатывали полученные знания. Сборы проходили в суровых погодных условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Впервые в рамках данных учений прошли занятия по беспарашютному десантированию и эвакуации пострадавшего из лесисто-горной местности с применением авиации МВД России по Мурманской области. Стоит отметить, что отработкой ситуации по практическому десантированию с полицейскими вертолетами Ми-8 бойцы ОМОН занимаются уже второй год. Руководят десантированием бойцов опытные инструкторы.